Рыбакит папа рисует. Привет, друзья, у нас субботник, и мы рисуем осень на гамараша и рыбакит. Так что рисуйте с нами. У нас вот такие карандаши попались нам, 8 цветов. И я думаю, а малыши могут рисовать осень? Они же видят вокруг себя мокрые площадки, рябинку, желтые деревья. Я думаю, могут. И мы возьмем такие карандаши. Они здоровские, есть 8 цветов. Этого достаточно. Чтобы нарисовать рябинку? Я думаю, да. Начнем с коричневого. Рябинка будет на белом листе бумаги. Коричневый берем и рисуем. Очень толстые карандаши. Я их называю как карандаши мелкие. Очень толстые и мягкие. И рисуем. А с чего начать? С ветки. Давай с ветки начнем. Ветка сверху вниз идет вот такая. И я буду рисовать как ребенок. Как будто бы я пошел в школу, может быть, еще не дошел до школы и хожу только в подготовительную группу. Вот такая ветка у меня получается. И она довольно толстая. Знаешь, я ее не тоненькая так прорисовал, а она толстая. Веточка же толстая, а ее кончик, он тоненький. И веточка спускает один свой пальчик вниз. Вот так мы и остановимся. Хотя, может, и не будем останавливаться. У нас же есть коричневый цвет, мы уже взяли. Зачем же нам брать другой цвет? Нам все достаточно. Мы нарисуем много палочек. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Ваня рисовать. Мы рисуем рябину, а рябина — это ягодка, которая растет на дереве. И их очень много. И мы рисуем палочки, палочки в разные стороны. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И это можно назвать и лучики. Маленькие веточки, которые на каждой веточке держится маленькая ягодка. А коричневый цвет убираем. Берем красный цвет. И теперь-то пришло время рябинки. Рябинку рисуем кругами. Кружок. Кружок. И сразу же его закручиваем, закрашиваем. Кружок и закрасили. Кружок и закрасили. Кружок и закрасили. Кружок и закрасили. И вот так вот много кружочков нужно нарисовать. Они одна выше, другая ниже. Вот так вот раскиданы. Это очень простой урок рисования. Да, рисую много кружочков. Рябинка большая для малышей. А что за карандаши? Карандаши у нас называются малыш. Меня уже не раз спрашивали про них. Они суперские. Я их показывал, как они выглядят. Вот так вот у них есть даже... точилка с... вот так вот они, раз, все. Нельзя потерять. Потерять очень трудно, потому что они большие, я вам скажу, и они всегда найдутся. А точилка суперская, если у тебя затупился карандаш, как у меня, например, зеленый, нужно вставить и поточить. Но сам ребенок палец не поточит, потому что здесь есть вот такая штука, как бы закрывающая такая. Я не знаю, как она называется. Предохранитель, может быть. Берем и рисуем дальше. А дальше рисуем листочки. Листочки начинаем, наверное, рисовать с оранжевого. Оранжевые листочки. Здесь один листочек. А здесь второй листочек. Второй листочек. Третий листочек. Четвертый листочек. Пятый листочек. Листочков рисуем много. Теперь раскрасим их желтым цветом. Этим карандашами очень легко раскрашивать. Они супер толстые. Это даже не джамбо, это супер джамбо. И они легкие, легкие. Со стороны могут показаться твердые, такие тяжелые, но они очень мягкие и действительно очень легкие. Еще поскакал один карандаш сейчас. Так, нарисовали, раскрасили, а теперь рисуем веточки. К каждому листику идет веточка, вот так вот, к каждому листику. И полосочки, прожилки, листочки, прожилки. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. И осень готова. Что за карандаши? Да почему же звук прерывается? Я не знаю, почему прерывается звук. Очень печально, что такое случается. Я очень стараюсь, чтобы все хорошо было. Нарисуем точечку, черную точечку на каждой ягодке. Но вот иногда получается так, что не слышно. И это я прошу извинений. Может быть, сейчас он настроится, или я перезапущу наш стрим. И это, мне кажется, это самый простой урок рисования. Рябинки. Мне очень-очень нравится. Просто чем проще, тем лучше. Мне так нравится. Рисуйте со мной, присылайте свои сторис. Конкурс проходит. Сторис присылайте. Чем больше сторис, тем мне интереснее рисовать и смотреть на ваши сторис. Чтобы сторис прислать, делайте на них надпись «Собака Гамма Раша» и что вам нарисовать. По возможности рисуйте, пишите имя ребенка и что, и возраст, к примеру.